Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. По сравнению с прошлой неделей у нас почти на 30% меньше новых случаев. Такими же темпами заболеваемость падала и предыдущие две недели. Среднесуточное количество заболевших за последние 7 дней составило 68 человек. Недели ранее среднесуточный показатель заболеваемости составлял 93 человека. Сейчас коронавирусом в республике болеют 505 человек, больше 80% заболевших лечится дома, меньше новых случаев ковида становится среди детей, число закрытых на карантин классов и групп в детсадах снижается, меньше детей лечится от коронавируса в больницах. Между тем, в ближайшее время эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости, уже заметно увеличение случаев ОРВИ. Поэтому надо быть готовым и предпринимать необходимые действия, которые от нас зависят, для того, чтобы своевременно иметь возможность оказать помощь и при необходимости открыть лечебное учреждение, как мы это, в принципе, и делали для борьбы с пандемией. Пик сезона простуд впереди. Медики напоминают, еще можно привиться от гриппа и успеть выработать иммунитет. В конце сентября в республику поступило 20 тысяч доз вакцины от гриппа. На сегодняшний день использовали меньше половины. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.